Ты странный. Чем? Улицы кишат крысами, а в переулках ужасно воняет. Знай свое место, ведьмак. О чем я молился? О том, чтобы все почувствовали огонь веры. Я тоже. Вечный огонь горит для всех, даже для тех, кто сомневается. Грозно, надеюсь, я не заразилась болезнью нелюдей и старой Вазимы. Наверное, я перееду в монастырский квартал. Вы больны? Обожаю ходить на ярмарку и глазеть на все эти диковины. Я не понимаю, как шарик. Знай свою мысль. Ты обожинайся. С тех пор, как... Я жду недели, пока совет рассмотрит. Никак не могу понять. Прекрасно. Кто привел тебя сюда? Человечество. Поэтому не дело. В голове каша, а не место.
Прости, но я не помню тебя. Позволь спросить, кто тебя сюда направил? Я сам пришел. Ну, хорошо. Чувствую себя как дома. Если хочешь поиграть в кости, милости прошу. Если захочешь еды или питья, бар к твоим услугам. Кто тут хозяин? Вопросы такого рода привлекают ненужное внимание. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы другие решили, будто ты соглядатай. Тебе достаточно знать, что этот дом принадлежит предпринимателям, которые не согласны с введенными ограничениями чрезвычайного положения. Они хотят предоставить трудящимся города достойные развлечения. Понимаю. Милости прошу. Поиграем? Если ты хочешь играть не всерьез, иди за другой стол. Тут делают только большие ставки. Я играю. Хорошо. Я тебя слышал, и я буду за тобой наблюдать. Волосы, не скрою, что-то в тебе есть. Нас ждет голодный год. Прости, кто пойди тут, я играю. Проваливай! Ведьмак у стола приносит неудачу. Но... Должно быть, завсегдатаи приглашают друзей. Эх, это дело становится все опаснее. Скоро буду искать другую работу, а не то придется в тюрьме гнить. Не бойся, тюрьма не такое уж страшное место. Ты что, преступник? Не забывай, этот зал для честных людей. А больше, чем тюрьмы, я боюсь законов военного времени. Кто знает, может, это меня казнят.
Разве взяток недостаточно? Солдаты все больше требуют и наглеют. Владелец нового Наракорта говорит то... Чем я могу помочь? Стать в тени городских стен, я чувствую себя в безопасности. Стать мне нравится рыцарь из места. Соседи говорили, будто в город прибыл. В тени городских стен, я чувствую себя в безопасности. Говорят, король родовит. Купцы с рынка жалуются на нехватку денег и смысла. Мне не нравится эта погода. Ведьмак? Я думала, ведьмаки только... Ай, дождь! Вы больны? Надеюсь, я не заразилась болезнью. Мой-то повадился домой. Нелюди ведь не такие злые, как они говорят. С таким вооружением я бы держалась под... Я с чужаками не разговариваю. Таким вооружением, надеюсь, я не заразилась Что ты делаешь?
Ведьмак, как раз вовремя. Возвращайся домой. Да не побеспокоит тебя никогда засуха. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Эти бандиты заставили нас собирать травы, чтобы делать из них фисштех, как я понимаю. Есть несколько групп, одна из них прячется в пещере неподалеку от старой просеки. Саламандры занимаются торговлей наркотиками. Честолюбивый план. Спасибо за информацию. Возвращайтесь по домам. Слава владыкам, наш спаситель! Вы свободны. Мы хотим вознаградить тебя. Что вы знаете о саламандрах и о том, что они делают на болотах? Они обосновались в старом лагере нелюдей. Их там много-много. Тебе нужна будет армия, чтобы выкурить их оттуда. Входить в лагерь – это самоубийство. Спасибо, я это запомню. Thank you.
переберешь он мне дорогу, умрешь. Делать нечего. Мы спасены! Наконец-то! Тебя верно послали владыки. Я пришел сам. Вы свободны. Вы слышали это, мужики? Мы идем домой. Прежде чем вы уйдете, расскажите мне, что вы знаете о саламандрах. Они держали нас в лагере. Есть еще несколько таких групп, как наша. Одна из них должна быть возле старой просеки. Спасибо за помощь. В чем дело? Я освободил всех кирпичников. Они рассказали мне о базе Саламандр. Благодарю тебя, Белый Волк. Все сокровища мира не стоят твоей отваги. Если ты хочешь уничтожить бандитов, ищи Иерофанта в роще. Мне ведомо, что друиды следят за саламандрами. Так я и сделаю. Думаю, я знаю, как лучше тебя наградить. Ты обретешь самое дорогое, что у нас есть. Ныне я дарую тебе благословение водных владык и принимаю тебя в нашу общину. С этого дня и впредь ты можешь погружаться в священную воду болот и радоваться. Я польщен. Такая честь, ибо кто более велик, чем водные владыки?
Да, Белый Волк. Приветствую, достопочтенный Иерофант. Васка сказала мне, ты можешь помочь разобраться с этими странными бандитами, которые носят знак Саламандры. Добро пожаловать, Белый Волк. Я знаю, что привело тебя сюда. Я слышал об этом от ветра, который танцевал в тех кронах. Я видел это глазами зверей. Ты знаешь, почему я пришел? Ты сражаешься с саламандрами, и ты уже спас многих от их кощунственных экспериментов. Ага. Ты не можешь добраться до их секретного убежища. Оно так хорошо охраняется, что даже одинокий волк не сможет проскользнуть туда. Ты сможешь помочь? Возможно, их лидер хочет заставить нас использовать магию природы для его целей. Я предложу встречу на нейтральной территории. Тогда наши силы будут равны. Хорошо. А чего ты ожидаешь от меня? Принеси мне гриб псилоциб. Псилоцибы растут в пещере, населенной кокатриксами. Я создам зелье, которое заставит саламандр встретиться с нами. Когда мы встретимся с лидером Саламандр, я попытаюсь помочь тебе в битве. Зачем нам этот гриб? Саламандры хотят, чтобы я создал более мощную версию их наркотика. Без псилоцибов я этого сделать не смогу. Саламандры мне уже плешь проели. Если я сделаю вид, что согласился, и отправлю им образец, они ничего не заподозрят. До встречи.
Да. Я принес гриб, который ты просил. Хорошо. Я добавлю это в зелье и пошлю птиц, чтобы они доставили образец. Встреча уже назначена? Да, можем идти, как только ты будешь готов. Ты сказал, мы пойдем, когда я буду готов. Значит, можно отправляться? Ты приготовил запас своих микстур? Я готов. Тогда пошли. Мы встречаемся на просеке. С нами пойдет моя старая подруга. Хотя бы так я смогу помочь. Я никогда не сражался бок о бок с Виверной. Посмотрим, что из этого получится. Поехали! In voed straede caem eo aen caerme. Так зелено. Mm-hmm.
Не бойся, мои животные нам помогут. Будь начеку, они появятся с минуты на минуту. Я всегда начеку. Да, белый волк. Битва закончена. Лидер Саламандр мертв. Вся моя община благодарит тебя. Ты наш друг, и мы всегда будем помогать тебе. А сейчас я должен вернуться к своим братьям. Береги себя, волк.
клиент? Что? Да. Низкие домишки, грязные. Ты себе даже не представляешь, что натворил. Будь проклят, дождь. Махакам, хренакам. Меня уже тащит. Эльфы и краснолюды живут под одной крышей. Грозно выглядишь. Да еще и оружие. Думаю, рыцари получше. Не мешай. Эти храбрые рыцари ордена. Прекрасно. Монстры. Ты здесь недавно, да? Очень лишь ты умеешь. Я в настроении рассказать. С удовольствием У меня в горле пересохло. Молока. Обязательно ничего объяснить. Но я
Возьми стакан водки. И ее все уважали, хотя и выглядела она как настоящая корга. А может, именно поэтому ее и уважали? Но с крючком. Это, сам ведь знаешь, как с ведьмами бывает. Их мудрость никто не уважает. Их боятся. А мою бабушку уважали. Я тебя утомила? Совсем нет. Не пойми меня неправильно. Я знаю, что ты ведьмак. А это ведь почти то же самое, что и ведьма. Ты пользуешься чарами, варишь эликсиры, помогаешь женщинам в беде. Я не права? Вот видишь, права. Ты бы понравился моей бабушке. Думаю, она бы тебе понравилась. Кажется, тебе наскучил мой рассказ. Отнюдь. Вы бы с ней обменялись опытом. Так и слышу скрипучий голос бабушки. Одна часть ласточкиного зелья, две чимерицы, щепотка мелы и готово. Мне действительно пора идти. Не буду тебя задерживать. Заходи как-нибудь, поболтаем. Прощай. Привет. Чем? Приветствую. Чем? Да. Толку ты с тобой говорит. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Интересно. Какие? Спасибо, все здоровы. Я рад. Правда? Это и в самом деле... Да? Я хочу продать значки. Почему же это? Понимаю. Excellent. Here's your payment. Я добыл те бумаги, которые ищешь. Прекрасно. Отнеси их нашим шифровальщикам. И возвращайся завтра. Мы попробуем сделать наш следующий шаг.
Геральт? Не может. И все благо... Прощай. Геральт? Не... И... Что ты узнал из этих бумаг? Мы выяснили местоположение последней ячейки «Саламандр» в купеческом квартале, в Изиме. Отлично. Я немедленно отправляюсь туда. Если бы только это было так просто. Эта ячейка находится вне контрольной зоны. Проход туда запрещен. Понятно. Комендантский час. И какой же у нас план? Один из командиров городской стражи, наш информатор. Он патрулирует улицы Визимы. Я найду его. Как мне его узнать? Ты его не узнаешь, но он откликнется на пароль. Скажи ему, Лилии еще не охватило пламя. Проблем не должно возникнуть. Все эти шпионские страсти меня уже достали. Он ответит, три Лилии, единое целое. Он все знает о деле и проводит тебя к их укрытию. Вы передадите мне... Вам надо найти себя. Скажи спасибо, что мы тут вообще терпим таких, как ты. Да? Лили еще не охватило пламя. Что? Ты о цветах или... Да, я о том, что... Чего ты там бормочешь, выродок? Иди доставай кого-нибудь еще. Да? Лили еще не охватило пламя. Что?
Кто ты? Это что?